Родственники Анастасии Заворотнюк стараются не распространяться на тему ее здоровья, но какие-то подробности того, что происходит в их семье, выплывают наружу. Как оказалось, незадолго до того, как Анастасия родила дочку, их семья с Петром Чернышовым была на грани развода. По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах. Она ревновала его, когда он задерживался на работе, а особенно, когда уезжал на гастроли. Кто-то даже говорил, что у Анастасии были реальные факты. Все это настолько напрягало Чернышова, что он готов был уйти от Заворотнюк. Удержало его лишь появление дочери, на рождение которой решилась 47-летняя Анастасия. По злой иронии, почти сразу после этого у Заворотнюк обнаружилась злокачественная опухоль, и в семье начались еще более сложные времена. По рассказам этого же человека, сейчас дела у Насти идут гораздо лучше. У нее восстановился слух, перестали мучить головные боли, появился аппетит. К ней даже приносят поиграть годовалую Милу. Сейчас она постепенно восстанавливается, и есть надежда, что рецидива не случится.